Всем приветики. Пришло ко мне в почтовом пакете с пупыркой такая вот штука. Обернута. В общем, такая вот штука. Ну, в общем, в почтовом пакете с пупыркой лежала елочка, обернутая в вот этот вот небольшой поролончик. Правда, блин, она вся помятая. Но вот это вот видно получается, что она вон где-то такие вот изъяны есть небольшие, что она вот вся такая вот передушенная, кривая, во-первых, вот сюда наклонена, плюс и сюда наклонена, и сюда наклонена, и сама по себе вон где-то такие вот, вот если на нее так посмотреть, видно, что где-то такие, в общем, она вообще пришла вся помятая такая вот, я достала, она немножко распрямилась еще. Вот. А вообще я заказывал как украшение, типа, к празднику, к Новому году, типа, включаешь. И она так вот мигает. И здесь еще, типа, эти, как их называют, оптоволоко, это оптоволокно. Вот эти вот линии, ворсинки, это оптоволокно. Через них, вон, видно, свет передается. Оно, видно, такие, на концах свет мигает. Потому что это оптоволокно, типа... Хотел такой подарочек подарить маме к Новому году, типа, чтобы она себе на стол, типа, такой. Будет такой праздничный стол накрытый, там блюда там, например, стоят, или просто куда-нибудь на полочку, я не знаю. Я вообще думал, на столе так будет стоять, посередине стола праздничного, так вот мигать. Помимо основной елки, еще эта маленькая. Ну, либо где-нибудь на полочке так будет стоять. По-моему, красиво вот так вот. Можно даже сейчас свет выключить. Сейчас свет выключу, чтобы красивее было. Ну и вот, в полной тьме я ее включаю. По-моему, классно. Правда, она помятая, блин, мне вот это вот не нравится. Я думал, если будет нормально, еще закажу штуки 2-3. Но из-за того, что она вся такая помятая, мне это что-то как-то не нравится. Но с одной стороны, прикольно, такая елочка будет стоять на столе. И мигать. Правда, она слишком часто мигает. Хотелось бы, чтобы она просто так вот переливалась. Ну, вот так вот, только еще медленнее. Так вот, как сейчас синий газ. Чтобы так оно постоянно гасло, типа, с синего на красный, с красного на зеленый. Здесь еще, вон, видно розовый, то есть это переливы. Ну, то есть, когда синий переходит на зеленый, это будет, наверное, желтый. Красный переходит на синий, это розовый. Ну, чтобы такое вот было. То есть, по идее, там лампочка, которая умеет тремя цветами светить. И вот если бы оно, ну, вот если ты сидишь, и оно так постоянно моргает, реально напрягает глаза. А если бы оно плавненько так, хоп, погас, один свет загорелся, другой, и чисто переливалось, было бы круто, но, блин, из-за того, что постоянно идет моргание, вот это вот напрягает немного. И еще такой момент, хотел показать, как оно выглядит снизу. Вот получается кнопка включения, здесь написано «Mother in China», даже написано, кнопка «On» включает. И она же выключает здесь отсек для батареек. Там вон она, лампочка, батарейки и кнопка. Все просто. Максимально. Ого. Все. Блин, я перещелкну. О-о-о. Зломию. Я зломию. Ну, в общем, далеко нельзя двигать. Вот так она включается. Лампочка, батарейки и кнопки. Так выключается. Вот он отсек. Закрываем. И, кстати, снизу оно красивее смотрится. Потому что все эти штучки, они идут вот такой дугой и вниз. И снизу как раз-таки видно все эти вот мигают точечки красиво так. Так что снизу даже круче смотрится, чем сверху. Такая вот штука. Плюс еще в темноте вот виднее, как это все выглядит. Она немножко без света, просто вот на белом. Видно, что она вот нагнута сюда. Нагнута сюда, мне это не нравится. Просто упаковка плохая. Что это за упаковка? Вот оно должно быть, было быть в этом и в картонной коробке. Тогда оно бы осталось бы цельным. Даже без этого, наверное. Можно было бы просто как-то так положить. В картонную коробку просто в большую.
И наверх еще одну картонную коробку, чтобы броня типа такая была. И уже картонную коробку обернуть вот этим и положить почтовый пакет с пупыркой. Во, тогда бы оно было бы целенькое. А так она в пути, естественно, во всех посылках там мялась. Они ж посылки друг на друга налаживаются, вся примятая. Хорошо, сейчас уже трохи распрямилась, вот. Хотя видно, вот кусок выгрызен такой. Здесь какие-то... Он должен быть вот таким все. А здесь вот где-то куска нету, здесь куска нету. Что-то такое, вся помятая. Ну, блин, не очень. Качество не очень. Плюс... То, что оно мигает очень быстро. Если бы оно в 2 раза, в 3 раза, в 5 раз медленнее бы, то есть медленно тухнет один цвет, медленно загорается другой цвет, и так вот медленно было бы кайфово. А когда оно такое ту-ду-ду-ду-ду-ду вспышками, это реально напрягает. Такая вот елка. Не, ну это реально напрягает такое моргание постоянно. Хотелось бы, чтобы намного медленнее было. А так вот оно вся пере... На концах видно такие светяшки, потому что это оптоволокно. Я так и брал. Хотел, чтобы так и было. Вот. Такие дела. Как-то так. На этом все. Всем пока.